Побороться за победу на поле стадиона «Нефтяник» в Куйбышевском районе вышли 10 команд. Среди футболистов только одна девочка – Софья Гайнулина. Но мальчишки поглядывают на нее с опаской. 10-летняя Софья занимается футболом уже 6,5 лет и делает большие успехи. Ее зовут тренироваться в «Крылья Советов». Софья – вратарь, и ее личный рекорд – 15 пойманных мячей. Брат ходил на футбол, и я тоже пошла. Там и хорошие тренера, можно развитие получать, друзей много. Ногами я лучше некоторых вратарей владею, даже которые на год старше меня. Точные передачи у меня, все, техника есть. Для 9-летнего Егора соревнование лета с футбольным мячом первые в жизни. Футболом он занимается 1,5 года. И хотя мальчик признает силу соперников, заряжен только на победу. Я немного волнуюсь, но я, в принципе, представляю план в голове, как мне продвинуться до ворот с мячом, или как мне открыться, или как мне встать на добивание. Надеюсь, мы выиграем. Турнир по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» пройдет 7 и 8 июня в разных районах города. В этом году он юбилейный, проходит в 15-й раз. С 2019 года проект «Лето с футбольным мячом» вышел на всероссийский уровень. К нему присоединились 73 региона России. Многие родители работают, и очень важно, чтобы дети, ну, не просто сидели дома, а они играли. Нам нужно, чтобы они 1 сентября в школу вернулись такими же спортивными, задорными. Они во время турниров подзаряжаются энергией, они находят новых друзей, и мы понимаем, что детская занятость летом – это очень и очень важно. Реализация проекта тесно связана с целями и задачами национальных проектов и способствует развитию спортивной инфраструктуры региона. Ведется постоянный мониторинг спортивных площадок и школьных полей. Благоустраиваются имеющиеся и строятся новые площадки. Увеличивается количество дворовых тренеров. А главное, растет число детей, увлеченных спортом. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется работа по развитию спортивной отрасли, созданию условий для занятий физической культурой и спортом, развитию необходимой для этого инфраструктуры. Совсем недавно прошел турнир «Кожаный мяч», и ребята Куйбышевского района, а это две команды, школа 55 и дворовая команда «Стошка», будут представлять уже Самару на областном этапе. Можно сказать, что вроде уже отыгрались, уже, но запал не закончился. Новый футбольный турнир, и мы видим количество ребят сегодня присутствовать на футбольном поле. Победители районных соревнований примут участие в городском, а в случае победы там и в областном турнире дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Виктория Шара и Николай Епифанов. События.